Gypsy Likers. Добро пожаловать в Чернигов. Меня зовут Вася Биаш. Мне 25 лет. Я занимаюсь диджейнгом и написанием музыки. Сегодня буду вашим гидом. Чернигов достаточно спокойный город, очень уютный. Здесь очень много творческой молодежи, которая занимается абсолютно различными вещами. От катания на скейтах до написания музыки. Много в Чернигове таких вот бородатых чуваков всяких. Очень много красивых девушек. Здесь очень круто отдыхать. Мы находимся сейчас возле Черниговского театра драмы, на ступеньках которого проходили тусовки более 30 лет. Здесь знакомились музыканты, здесь знакомились какие-то другие интересные люди, какие-то из этого получались веселые проекты. Ну, все творчество начинается здесь, на драмтеатре. Катаюсь уже несколько лет на МТБ велосипеде. В Чернигове катается порядком 50 человек. Мало или много? Живем и родились. Для того, чтобы с кем-нибудь познакомиться, можно прийти сюда на обком. Your label was lackluster and it's sloppy and liver. Luck is limited, push your longevity low. The leprechaun left long ago. Now let a legend leave a legacy. Как по мне, Чернигов — это самый прекрасный город в Украине, самый зеленый, и здесь живут, как по мне, самые добрые люди. В Чернигове очень много ребят, особенно, хотя и девушек, любят такой вид спорта, как баскетбол и стритбол. А если вы хотите сыграть в баскетбол с ребятами из Чернигова, не вопрос, это площадка первой школы, находится в центре, площадка 12-й школы. И также это, ваше внимание, здесь США на Черниговской. В Чернигове очень много рок-музыки на самом деле, очень много команд, и сегодня мы попадаем на смешанную репетицию двух моих любимых групп. Это группа Саниз и People Plant. Чернигов считается самым таким городом тут, где рока вообще пачками, кто угодно отсюда. И самая крутая молодежь. Областное население 300 тысяч, групп, наверное, штук 120. Мы сами должны с аппаратом петлять, никто никому не хочет помогать. Мы хотели бы, чтобы нам помог город, чтобы нас кто-то услышал и помог город. Он очень может нам много всему помочь, на самом деле. Если нам кто-то будет помогать, если мы будем чувствовать, что кто-то за нас из тех, кто что-то решает, мы вообще будем самыми крутыми. Там что-то... Три девушки и одного парня, я такой слышал. Ну, наверное, все они прячутся по домам. Посещают концерты, мало людей, ни для кого играть. Если они любят рок, то они любят зарубежный рок. Они там не знают, что есть такая же группа хорошая, которую можно в жизни сходить.